حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفي أهل كي نحيي فينا الأمان نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا هات الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال إنما همتنا في الدنيا ندعو لله بإدلال ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال إنما همتنا في الدنيا ندعو لله بإدلال ولذا أشعلنا مصباحا ومضينا رغم الأميال لنبث الخير بأمتنا مهما الشر بها قطى مهما الشر بها قطى عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو مال ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق Вот сейчас строится духовный центр, я знаю, сколько вложили и какую и физическую, и материальную помощь оказывают люди за Каталы. За это огромное вам спасибо, и Аллах вознаградит вас, иншаллах. У вас баракат будет. И даже вот мы думали нашу женскую минарет первой заканчивать. И у меня такая была, это, как сказать, зависть, скажем, еще что сказать. И один раз через месяц я пришла туда, и уже один минарет туда идет к небу, наш минарет там. Я султану говорю, султан, ты почему такие нарушения делаешь? Вот наш минарет еще не закончился. Кто имеет право, оставляя женский минарет, свой минарет заканчивать? Это говорит цорский. Цорс тоже наш минарет. Я говорю, тогда им простить придется, говорю. А если бы другой, я от зависти лопнула бы, говорю я ему. Вот это все, иншаллах, и на этом свете, и на том свете у вас будет. Вы начнете. И алхамдулиллях, что у вас тоже есть шейх. Мы были в прошлом году. Ой, когда вспоминаешь, даже приятно становится на сердце. И у него дома были. Алхамдулиллях, и еще раз алхамдулиллях, что мы знаем Аллаха, что мы знаем пророка, что мы знаем людей, которых нас приводят правильным путем к познанию Аллаха. Алхамдулиллях, что мы из тех людей, которые проводят маулиды, а не из тех,
которые говорят, мол, ведь нельзя, нельзя провести. То есть нельзя говорить об исламе. Это же вытекает оттуда. И альхамдулилля, что мы так любим друг друга. А почему я так говорю? Потому что в исламе есть такое выражение. Любовь бывает взаимной. Вас любить я не могу, если вы меня не любите. Поэтому любовь взаимная у нас. Альхамдулилля за эту любовь тоже. Дай Аллаху Тааля вам всем здоровья, долгих лет жизни, вашим детям, внукам и вашим предкам, которые вот седьмое поколение, которое вы должны дуа делать, чтобы сегодня причина этого мажлиса осветилась их могила и осветились наши сердца имамы. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك الله هدايا تجيلوا روحكم وجيلوا
حق لوقيهم كبرحان جدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إلهنا ما أعد لك مليك كل